всем. Я сегодня ездил устраиваться на работу, ну, вернее, хотел бы найти работу. И вот в метро встретил своего приятеля, даже не приятеля, а хорошего друга Евгения, автора этого проекта. И, в общем, меня заинтересовала его идея. Я, как будущий ветеринарный специалист, не мог пройти мимо. И, в общем, советую всем принимать участие в этом проекте. Спасибо.